звуки музыки сорвали покой. Стрелки медленней пошли на часах. Для нее он самый главный герой. На вторых заметных слабо ролях. Кульминация, последний сюжет. Свет погасит безучастный швейцар. И она ромашек белых букет ему бросила, когда он упал. Это роль, это глупая роль. Он всегда был по жизни таким. Вот кому-то повезло, он король, а вассалам умирать рядом с ним. Это роль, это глупая роль. Он всегда был по жизни таким. Вот кому-то повезло, он король, а вассалам умирать рядом с ним. Опустеет переполненный зал, сцена меньше сразу стала на вид. Эту роль он вдохновенно сыграл, как обычно в конце был убит. А сегодня, правда, как никогда, он хотел остаться все же живым. Потому ли, что была рядом та, что звала его кумиром своим. Эта роль, эта глупая роль, он всегда был по жизни таким. Вот кому-то повезло, он король, а вассалам умирать рядом с ним. А в гримерке через час отходняк, получилось, вечер прожит не зря. Размечтался, как последний дурак, что сыграет для нее короля. Размечтался, как последний дурак, что сыграет для нее короля. Эта роль, эта глупая роль, он всегда был по жизни таким. Вот кому-то повезло, он король, а вассалам умирать рядом с ним. Эта роль, глупая роль, он всегда был по жизни таким. Вот кому-то повезло, он король, а вассалам умирать рядом с ним. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо, что не пожалели свое время. Я хочу сказать, что этот концерт для меня и для вас устроила радио «Шансон», «Шансон ТВ», которое в этом году отмечает 5-летие. Вот с меня начинается довольно интересный, на мой взгляд, проект. Проект 130, именно в доме Высоцкого. Что означает этот проект для меня? Он означает то, что у меня появилась возможность спеть вам песни на гитаре так, как они были написаны. Вот такие они были в самом начале, потом их аранжировали, потом мы там что-то спели. Но песня, которую я сейчас, с которой я начал свое выступление, называется «Вторая роль». Есть песни уважаемые, хиты, важные. А есть песни, которые призваны добавить с собой список песен в альбоме. Их обычно туда подальше размещают. Но сегодня в моем вступлении в первом ряду будут именно эти песни. Забытые, никому не нужные, но такие важные. Жизнь пошла похоже, свободная. Господами стали наши друзья. А страна-то получилась безродная, из холопа в тюрем сразу в князья. А страна-то получилась безродная, из холопа в тюрем сразу в князья. Нами правит беспредел и анархия, деньги правят нами и фраера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. А я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. Успокою гнев души медовухою, демократия для нас, как упырь. И престольная красиво зачухана, лишь как раньше вся в этапах Сибирь. И престольная красиво зачухана, лишь как раньше вся в этапах Сибирь. Нами правит беспредел и анархия, деньги правят нами и фраера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера.
А я верю, все тихонько подладится и вернется к Петрову крыльцу. И перчатку свою, если понадобится, брошу, кто бы ни был он, под лицу. И перчатку свою, если понадобится, брошу, кто бы ни был он, под лицу. Нами правит беспредел и анархия, деньги правят нами и фраера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. Все проходят даже мимо убогого, богатеют, кто побольше урвет. А издержки жизни, если уж не на кого, запишите, господа, на мой счет. А издержки жизни, если уже не на кого, запишите, господа, на мой счет. Нами правит беспредел и анархия, деньги правят нами и фраера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне, юнкера. Я такой, чтоб вернули монархию, чтобы царь, дворяне и юнкера. Расскажу коротко о себе, вот о пути, который привел меня на эту сцену. Я не певец, я не музыкант, я никогда музыкальной школы в Юске не видел. Первую песню я написал в 36 лет, когда жил в Киеве, и у меня вышло здесь 10 альбомов музыки. Один из них вы, уходя отсюда, с собой заберете. Там лежат вот там, где вы заходили. Сейчас лежат диски «Сколько стоит покинуть родину». В этом диске все мои эмигрантские песни. Я разными способами в этой жизни зарабатывал деньги. Ну а вот в 36 лет я вдруг выяснил, что люди, покупая мои диски, начали платить за мои фантазии, за мои мысли. Для меня это было очень удивительно. И как-то вот вдруг я по воле судьбы или по неволе судьбы стал художником. А может, я был им все время, Бог ее знает. Пустая квартира, со скрипом кровать, кошка голодная просит пожрать, закину на тремпель тяжелый пиджак. Здесь что-то неправильно, что-то не так. И нужно давно упорядочить жизнь, картины развесить, вымочить кисть, с другой стороны посмотреть на весь свет, сесть наконец, написать твой портрет. К тебе вдохновить придет все равно художник любой, нет мира сего. К тебе вдохновение придет все равно художник любой, нет мира сего. Скандальный рисунок, бредовая мысль, вид из окна, правда, только эскиз. Девчонку застала, наверное, нужда, присела украдкой ничком у куста. Из брюк покатился на пол портсигар, извечный ей богу какой-то кошмар. Мысли все время, идеи не те, а хочется очень писать не как все. К тебе вдохновение придет все равно, художник любой, нет мира сего. К тебе вдохновение придет все равно, художник любой, нет мира сего. Под душем прохлада по телу идет, кровь очищенно по жилам течет. Слова собираю, как мысли в клубок, о жизни своей напишу пару строк. Свеча поплыла, воск пятном на столе, работал всю ночь, уснул на заре. Всю душу отдал, задел каждый нерв, в таких вот мучениях рождался шедевр. К тебе вдохновение придет все равно, художник любой, нет мира сего. К тебе вдохновение придет все равно, художник любой, нет мира сего. У меня есть песни, которые я пишу сам для себя. Я великолепно понимаю, что петь эти песни никто никогда не будет. И что эти песни, даже где-то, мне все равно, что с ними будет. Мне все равно, какая у них будет судьба. Придут, найдут они своего слушателя или не найдут. Я это понимаю в самом начале, когда эта песня уже написана. Да, то есть, что это моя песня, она войдет в мой альбом, и
вот, скорее всего, дальше она никуда не пойдет. Одна, я спою сейчас эти две песни, я долго думал, какую из них, потом думал две, а потом думаю, ну, если я их не спою, я говорю, никто не споет. Вот, одну из этих песен я спел своей близкой подруге, когда я ее написал. Она говорит, вот мне спел, все, больше никогда, чтобы эта песня никогда нигде не звучала. Одна из песен, первая песня называется «Брошенная любовь». Вы знаете, как ни странно, вот очень много людей сверилось с этим текстом, а я вам его просто спою. Личное дело каждого взять и сначала начать. Личное дело каждого, что сохранить, что терять. Начало дела понятное, где кончишь, захочешь назад. Рай потерял безвозвратно, и опускаюсь в ад. Начало дела понятное, где кончишь, захочешь назад. Рай потерял безвозвратно, и опускаюсь в ад. Без стен ресторан и голенький, где-то шорох шагов. Меню на квадратном столике со списком моих грехов. Голос глухой человеческий, ты не спеши, здесь не рай. Грехи полегче, попроще, найди потом, выбирай. Голос глухой человеческий, ты не спеши, здесь не рай. Грехи полегче, попроще, найди потом, выбирай. Я изучаю страницы, мама, роди меня вновь. Грех, что выбрал, забылся, брошенная любовь. Вердикт простой было велено, не вешать, не бить, не варить. Мне приказали безвременно ее безответно любить. Вердикт простой было велено, не вешать, не бить, не варить. Мне приказали безвременно ее безответно любить. До боли пробило прозрение, рыдал, просил вновь и вновь. Нет мне больней наказания, душу мне спалит любовь. Когда через время от бремени и двинуть глазами не мог, один из проклятого племени сказал, наказал тебя Бог. Личное дело каждого взять, сначала начать. Личное дело каждого, что сохранить, что терять. Начало дела понятно, где кончишь, узнать не спеши. Каждый из нас за пятном, успей замолить грехи. Начало дела понятно, где кончишь, узнать не спеши. Каждый из нас за пятном, успей замолить грехи. Успей замолить грехи. Успей замолить грехи. Спасибо. Песня о смерти, да? И вот, когда я ее написал, ну, люди просто, зачем? И лишь один раз была такая история. Я со своим близким московским другом, его бывшая подруга, ехали в машине, мы остановились около магазина, пошли в магазин, оставили ей слушать диск, и когда мы вернулись, через 40 минут она сказала вот эти слащавенькие песни в сторону, а вот эту песню, пожалуйста, еще раз, погромче. Я никогда не слышала, чтобы так красиво написали о смерти. Белокурое бестие в черном плаще расставляла повсюду слепые клише. Нет ее слаще, нет ее злей. Она красотой убивает людей вокруг тебя. Всегда круговерть, твое имя смерть, твое имя смерть. Кому-то в сладость, кому-то в боль. Я рад, что мы не знакомы с тобой. Кого-то разденет в злую метель, кого-то просто затащит в постель и там любовью сожжет дотла и пустит в дело колокола. Она всегда в ожидании гостей, у нее нет подруг, у нее нет друзей, но корзины цветов
у ее ног. Ее любовник, Господи Бог, вокруг тебя всегда круговерть. Твое имя смерть, твое имя смерть. Кому-то в сладость, кому-то в боль. Я рад, что мы не знакомы с тобой. Ее жилище, цветы и кресты. Она в преисподнюю строит мосты. Летучий голландец уносит вдаль невинные души, ее урожай. Мы с ней зигзагами день за днем, незримо навстречу друг другу идем. А я решил, чему быть там быть, а просто не думать о ней, а жить. И я решил, чему быть там быть, и просто не думать о ней, а жить. Вокруг тебя всегда круговерть. Твое имя смерть, твое имя смерть. Кому-то в сладость, кому-то в боль. Как жаль, что мы не знакомы с тобой. Кому-то в сладость, кому-то в боль. Как жаль, что мы не знакомы с тобой. Есть одно место в Москве, в городе, куда приезжая, люди стремятся как можно быстрее его покинуть, это место. Там у них у всех одна цель, все думают об одном и том же. Давайте вместе отправимся на вокзал. Вокзалы. Вокзалы, вокзалы, сюда меня жизнь привязала. Прощанья и отблески слез, и стук бесконечных колес. Перроны, 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 усталые держат вагоны. Холодный, как снег, проводник, толчком отправления миг. В подземке слепой музыкант, у ног его грязный стакан. Гармонии освещают огни, он песни поет о любви. А рядом орёт в микрофоны диспетчер сквозь песни и стоны. Он смотрит в окно в пустоту. Отправил состав на Москву. Транзит и транзит без конца. В толпе не поймаешь лица. Вокзалы, 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 извечные чьи-то причалы. Красотка, колготки без дыр, куда вы одна, пассажир? Она ему тихо в ответ: купи на Калугу билет. Салага, с ним грязный баул, легко сигаретку стрельнул, ему прикурил, не брезгнул блатной милицейский патруль. Вокзалы, 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 такого здесь жизнь намешала. Цыганок и разных граждан таки увели чемодан. Как омут затянет вокзал, в лицо дымосмрад перегар. И чтоб не лишиться души, уеду домой на такси. И чтоб не лишиться души, уеду домой на такси. И чтоб не лишиться души, уеду домой на такси.
Когда генеральный продюсер «Шансон ТВ» предложил мне приехать в Москву и спеть в доме Высоцкого, я вспомнил историю. Вот примечательно. Сегодня, у меня, честно говоря, сегодня свечечку поставить, пусть эту историю, что я вам расскажу. 2002 год. Берлин. Значит, в Германии очень развито бардовское движение по многим городам. Из тех людей, которые приехали, они, в общем-то, объединились в клубы авторской песни. И в Берлине есть клуб «Берлога». Он тоже объединяет людей. Много студентов в Берлине учатся из России. В общем, такой большой клуб. По-моему, еще очень большой клуб. То ли в Дортмунде, то ли в Кельне. И вот в Берлине, на большом, на одном из заброшенных стадионов, ну, большом стадионе, они проводили слет бардов. Ну, 400 человек, палатки, костры, сцена. А я как раз вот закончил альбом «Цветочница» с песней вот «Страна безродная», «Вторая роль». Ну, думаю, поеду, тоже спою. Взял гитару, приезжаю. Они, я говорю, что, ребята, можно я тоже? Они там ночуются, песни поют, я тоже спою. Они говорят, нет, ты кто? Ты шансон. Иди вот там за стадионом, есть песни, есть сцена около жанра. Все, кто около жанра, могут пойти. Ну, я разворачиваюсь, беру гитару, прихожу, там 5 человек лежит на траве. Ну, я им честно, весь альбом «Цветочница». И возвращаюсь домой и думаю, что ж это я около жанра. Надо написать песню бардовскую. И я написал 2 бардовских песни. Показал бардам. Они говорят, мы же тебе сказали, ты около жанра. Какие бардовские песни? Что это значит? Знаете, я решился сегодня одну спеть. Они лежат, я уверен, что эту песню, ее никто не слышал, я вам сразу скажу, да? И мы ее не будем записывать, сразу скажу, но вам я сегодня ее спою. Давай сыграем на гитаре и споем с тобой вдвоем, с тобой вдвоем. А если кто-то подпоет тихонько нам, еще сильней ударим по басам. А за окном пурга и снег, и не замерзнет только снежный человек. А мы втроем тихонько валим по басам, и прибалдели, это видно по глазам. И так распелись, в раж вошли, так засидели, что спалили 3 свечи. Я очень странные аккорды начал брать, а кто-то там 4-й тихо подвывать. А за окном пурга и снег, и не замерзнет только снежный человек. Мы вчетвером тихонько валим по басам, и прибалдели, это видно по глазам. А в стену с шваброй 3-й раз стучал сосед. Решили, совести совсем у него нет. Пришел босой и злой, глаза горят огнем. И до утра уже мычали впятером. А за окном пурга и снег, и не замерзнет только снежный человек. Мы впятером тихонько валим по басам, и прибалдели, это видно по глазам. И не заметил я, как с некоторых пор дуэт с тобой наш превратился в хор. И был порыв душевный общий объясним. Мы до утра учили новый русский гимн. А за окном пурга и снег, и не замерзнет только снежный человек. Мы общим хором дружно валим по басам, и прибалдели, это видно по глазам. Вы прибалдели, это видно по глазам. В 2007 году я написал свой 9-й альбом, он назывался «Лейтенанты любви», с песнями «Гольдфиш», «С дождевой водой», «Берегите себя». Я решил, что называется «Завязать». 9 альбомов музыки. Меня выпустили во всех сериях легенды жанра, благодаря «Квадродис» в фильме, в серии «Грант». Я понял, что я устал. Я устал писать песни. Я устал их записывать. Я устал их выслушивать. Я устал ждать, поставит радио «Шансон» в эфир или не поставит. И вот было такое же чувство, как у меня было в 98-м году, когда на пике финансового кризиса я навсегда покинул
Киев и написал песню об усталости. Я устал, я устал. Столько классных дружков растерял и прошел не один километр. И теперь вот непризнанный мэтр у двери престарелый швейцар. Он присел бы, он тоже устал, но такой вот на нем видно крест. Он швейцар, он не может присесть. Вот тюрьма, за тюрьмой виден вал. Зэк сидит, и сидеть он устал. Он бы встал, полетел, побежал. Он бы жил, он бы больше не крал. А школяр он глотал бы, глотал. Не букварь, от него он устал. Рождество, ну купи пирожок. Вот беда только, пуст кошелек. А чиновник он брал бы и брал. И от этого вряд ли б устал. Чё, зарылся в бумаге, как крот? Ну куда тебе столько, урод? Врач при родах, он вытащил плод. Малый спит, и закрыт его рот. Врач такого еще не видал. Он рождаться, наверное, устал. Встань с меня, попросила сама. Ты восьмой, я устала без сна. И бредет, видно, мама права. Был бы муж, не гуляла бы она. В этой жизни я многих видал. Кто родился, сразу устал. Кто бездарно себя растерял. Кто не понял, как жил, чем дышал. Кто бездарно себя растерял. Кто не понял, как жил. Буду потихонечку рассказывать о себе. Я был 2 раза женат. У меня 4 детей. 2 девочки и 2 мальчика. И всегда сумма годов девочек равна сумме годов мальчиков. Всегда. Они так родились, что вот в каком году, не складывая их возраст, всегда одинаковые. У меня дочь учится в Канаде сейчас, в Ванкувере, в университете. Мальчики поступили в абитур на 1-й курс, вот на 1-й курс института. Принцесса совсем маленькая, но я 5 лет живу один. Я давно в разводе. И, ну вот, песня, которую я так к песне подхожу тихонько, пытаюсь подойти, да. Если мужчине 45, а женщина на цать лет моложе, она красива, стройна, интересна. Как эта любовь называется? Поздняя любовь. Плывут по небу облака, на них качаются слегка. 2 ангелочка, а при них колчаны стрелы на двоих. Стрелы пускают наугад, то попадут, то не в попад. Меня охота не страшит, мне 45. Не долетит. Я это чувство позабыл. Я не святошей раньше был. Но в этот раз был дальнобой. Попали в позднюю любовь. Ее ты тоже не ждала. Стрела на вылет и в тебя. И не пойму, какой судьбой ты оказалась за спиной. Все стало видно по глазам. Мы друг от друга по углам. А эти двое без стыда нас добивали до утра.
сначала подняли на смех, потом шептали, это грех. Очнулись капли с потолка, лицом к лицу, в руке рука. Я это чувство позабыл, я не святошей раньше был, но в этот раз был дальнобой, попали в позднюю любовь. Ее ты тоже не ждала, стрела на вылет и в тебя. И не пойму, какой судьбой ты оказалась за спиной. Любовь не в сердце, в голове, бредет тихонько по листве, не пугает седина ни ее, ни меня. Ты расцвела вдруг в октябре, бабье лето на дворе, и не было счастливей лет, таким бывает рикошет. Ты расцвела вдруг в октябре, бабье лето на дворе, и не было счастливей лет, таким бывает рикошет. Я это чувство позабыл, я не святошей раньше был, но в этот раз был дальнобой, попали в позднюю любовь. Ее ты тоже не ждала, стрела на вылет и в тебя, и не пойму, какой судьбой ты оказалась за спиной. У меня есть песни от женского лица. 20. Ну, я их пишу. Ну, все же, мужчины, честно хочу сказать. Вот я когда попробовал войти в психологию женщины, чтобы написать песню от женского лица, сразу вам скажу, женщина сама себя без помощи подруги понять не может. Вот это нереально. То есть она сама не может сказать, каком... То есть вот с подругой вдвоем они всегда разберутся, да? А сама, ну и представляете, какой кошмар у меня был в голове, когда нужно написать, чтобы... И вот на одном из концертов я пою песню от женского лица. В конце приходит женщина, говорит, в прошлой жизни ты была женщина. Как это так можно давать? Теперь у меня вопрос к мужчине. У женщины три возможности. Первая. Всю жизнь прожить молодой. Вторая. Выйти замуж за миллионера. Третья. Стать известной актрисой. Что выберет женщина? Первая. Сердце думит шальное желание эту жизнь прожить молодой, пустотелых и бренных мечтаний не иметь, не держать за душой, и по горло одной насладиться беготней по ночным кабакам, и с любовником утром проститься, и не верить даренным цветам, чтоб в осеннем пальто нараспашку, босиком по холодной воде, и не думать, что листья кружатся, и не думать, что дело к зиме, у подруги вдруг на ночь остаться, и болтать до зари, на неделю потом зачитаться о большой нераздельной любви, или взять чемодан и собраться, и махнуть просто так на юга, голой в море до дрожи купаться, и не краситься гордо три дня, в магазин, чтоб зайти и не выйти, без нарядных красивых вещей, на женатых парней заглядеться, и чужих позачать детей, никогда больше замуж не рваться, своей длинной гордиться косой, и до боли слез насмеяться, и почти быть довольной собой, и устать до бессилия, до рева, от бессмысленной жизни такой, и хоть чем-то серьезным заняться, но прожить эту жизнь молодой. Вся вот эта деятельность певческая началась с альбома «Чартер на Ганновер». Этот альбом сначала вышел в Германии, следом за ним вышел альбом «Берлинские славянки». И история появления этого альбома в России такова. Я позвонил Гарику Кричевскому, мы немножко с ним знакомы, я первую песню у него во Львове на студии записал. И говорю, ты знаешь, вот ты можешь мне дать телефон радио «Шансон» в Санкт-Петербурге.
Он говорит, зачем тебе в Санкт-Петербург, открылась Москва, и отправляй диски туда. Я позвонил в Москву. Я говорю, вы знаете, я Вадим Кузема, пишу песни. У меня есть два альбома музыки. Может, вы послушаете песню «Одноклассница», может, вам подойдет? Он говорит, нет вопросов. Меня зовут Вадим Наливайко, я программный директор радио «Шансон». Высылайте диски. Ну, я выслал. Они не дошли. Ну, я звоню через месяц. Он говорит, ну, Вадим, дисков нет. Я опять беру два диска, один желтенький, один синенький, отправляю в Москву, они опять не доходят туда. Через определенное время звоню своему другу в Москву. Абсолютно сюрпризом для меня прилетел из Тольятти, сидит на заднем ряду, молчит. Вот, я говорю, Олег, друг детства, вместе играли в бадминтон, партнер с одного города, можно аплодисменты? Только потому, что приехал. Олег Мацюк у меня в гостях, совершенно случайно и сюрпризно. Вот вижу и не пойму, вот как вот плюнул на все, плюнул на бизнес, прилетел послушать песни. Вот, и я ему звоню и говорю, они говорят, не вопрос, я отдаю на радио «Шансон» два диска. Эти два диска попадают на стол к Вадиму Наливайко. Я ему звоню, говорю, Вадим, там два диска, может, одну песню послушать? Он говорит, Вадим, они передо мной, один желтенький, один синенький, все будет нормально, мы послушаем. Звоню через месяц, он говорит, Вадим, все нормально, они лежат, один желтенький, другой синенький, все, мы послушаем. Звоню еще через месяц. Говорю, Вадим, там одна песня, Вадим, они у нас лежат, вот передо мной, желтенький, синенький. Я махнул рукой, думаю, желтенький, синенький. И уезжаю в тур, у нас был какой-то тур, Вадим Кузема, Татьяна Буланова, «Весна – это любовь», тур по Германии, 17 концертов. Возвращаюсь, думаю, позвоню на радио «Шансон» еще раз, Бог с ним. И он говорит, а ты что, не слышишь? И вот именно радио «Шансон» поставила, поставив в эфир 17 моих песен из 22, рассказала людям, что есть такая улица в Берлине, как Кюрфюрстендам. Есть русские свадьбы в Германии. И в конце концов, есть чартер на Ганновер, которым куча народу была. Я сейчас спою из этого альбома совсем песню, которая мне дорога лично. Мы с детства разные росли, хоть оба от одной крови. Со старшего обычно спрос, у младшего в соплях весь нос. Ты спрашивал, я отвечал, ты обвинял, я молчал. Ты презирал мои стихи, я искупал твои грехи. Я бесконечно рвался в бой, я пред судьбой всегда ногой. Ты же не познал ни взлет, ни крах, ты перед Господом монах. Ты спрашивал, я отвечал, ты обвинял, я молчал. Ты презирал мои стихи, я искупал твои грехи. Лежал не раз я у конца, через всю спину два рубца. А палачи кричали встать, четвертовать, четвертовать. Ты спрашивал, я отвечал, ты обвинял, я молчал. Ты презирал мои стихи, я искупал твои грехи. Все, что я в жизни сохранил, тебе не думая вручил. Ты же видел каждый раз во сне меня распятым на кресте. Ты спрашивал, я отвечал, ты обвинял, я молчал. Ты презирал мои стихи, я искупал твои грехи. И не бросал на ветер слов, а наломала немало дров. Когда застал тебя я с ней в постели с женщиной моей, я спрашивал, ты отвечал, я обвинял, ты молчал. Ты презирал мои стихи, я отпустил твои грехи. Я спрашивал, ты отвечал, я обвинял, ты молчал. Ты презирал мои стихи, я отпустил твои грехи. Я сейчас особо не разглагольствую. Спою 12 песен из нового альбома. Практически эти песни никто не слышал. Они все новые. Да? Ваша задача из 12 выбрать одну, которая в этот альбом не должна войти. Я действительно не могу назвать себя музыкантом. Это нереально. Да? То есть я пишу песни, но у меня сейчас все песни, 12 песен. Может, не надо это вообще было говорить, но я скажу. Они все начинаются с одного аккорда, с ля минор.
А я попробую сделать так, чтобы текстами вы этого не заметили. Вернулся домой ранним мартовским утром, а двери моя настежь скрипит сквозняком. И все, что, горбатясь, за годы я нажил, все вынесли гады под полночь тайком. Плевать на подсвечник, на шмотки, на деньги, я будто бы голый в квартире стою. Украли гитару, украли гитару, украли гитару, подругу мою. Верните гитару, верните гитару, верните гитару, очень прошу, верните гитару, верните гитару. Я ею дышу, на ней песни пишу. Себе представляю, в кабацком угаре гуляет и пьет отщипное варьё, а рядом она средь бутылок и тары. Она моя нежность и сердце мое. Бегу переулком, лесами, степями, слышу, как стонет родная струна. Ищу месяцами, годами, веками, не стало гитары, душа умерла. Верните гитару, верните гитару, верните гитару, очень прошу, верните гитару, верните гитару. Я ею дышу, на ней песни пишу. Включил телевизор, зажег молча свечи, играл гитарист, оборвалась струна. Верните гитару, кричал, что есть мочи. Это она, верните гитару, верните гитару, верните гитару. Очень прошу, верните гитару, верните гитару. Я ею дышу, на ней песни пишу. Верните гитару, верните гитару. Так, у меня ответственный момент. Я должен спеть песню, у которой 30 куплетов. Кто-нибудь помнит картину «Охотники на привале»? Вы знаете, я попробую сейчас в стиле Владимира Семеновича выдать свою версию этого музыкального произведения. Песня длинная, буду ошибаться, уж не судите. Как-то раз в лесу под вечер вкусно выпить и поесть собралось большое вече, всех, пожалуй, и не счесть. Солнце рухнуло за ели, месяц плыл, рукой достать. Распоясались тут звери, давай байки сочинять. Я откуда это знаю, заблудился я тогда. И на дереве над стаей провисел всю ночь дрожа. И глаза сомкнуть боялся, ветер елку верьте, доверьте. Если б я не удержался, им бы был еще б десерт. Заяц, вываливший пузо, лежа на одном боку, редь завел, вертя картузом, как он жил в другом лесу, как ему там терли лапы и ложили в рот морковь. В общем, жил, как крестный папа, вот подонок, нет слов. И медведь был на посылках, делала массаж и леса, а зайчих любил так пылко, что не помнил их лица. В общем, враж вошел косяра, выпендрясь и так и сяк, прыгал тут и там босяра и упал в ручей во враг. Волк из миски ром хлебая врезал зайцу в зад пинка. Помню, мы волчиной стаей ночью вышли на стрелка, обложили его в круге, не впервой ведь на стрелков, а он, собака, с другом влез на ель и был таков.
Волк наверх взглянул сердито, и меня пробило в дрожь. Вот ведь падла нарочито, вынь стрелка им и положь. Волк продолжил, ель качнули, а не палить по нам. И картечью полоснули мне по уху, видишь? После этой канонады к ним подмога подошла. Без трофеев, без награды наша стая в лес ушла. А медведь расхохотался, ель качнули. Вашу мать, труханули б ель как грушу, и как шишки б собирать. И при этом очень сильно врезал лапой по стволу. Я слетел, сука, на ветку, до утра не доживу. А медведь с размаху волку на башку надел горшок. С ваших басен нету толку, крот, налей на пасашок. Расскажу вам по секрету, а кто пустит слух в лесу, вроде посторонних нету, мозги в щепки разнесу. И задрав в степи колени, через поле без помех, приходила из деревни ко мне тёлка на ночлег. Бык ее ревнивый страшно вслед погоню посылал. В общем, был любвеобильный, если правда ей не лгал. Было бы все чики-чики, только дело шло к весне. А берлога у затоки стала мокра в ней везде. И пришлось с ней расставаться, страх ее держал тайком. Медвежонком разродиться, а не от быка телком. Выпил, крякнул и свалился, бурый прямо под сосну. Тихо рявкнул сучье племя, пока с пьяну не уснул. Звери все поразбрелись, по кустам, по норам спать. Крот же 5 минут дождался, давай всех их оббирать. И набрал мешок трофеев, мелочь шишки, колбасу. Баснословцев корифеев на своем вертел носу. Я тихонько слез и дёру, в доме глядь, бежал босой. Ни на споры, ни без спору, я влез больше ни ногой. Лучше в темный зимний вечер заберусь я на кровать. Запалю тихонько свечи, буду байки сочинять. Буду байки сочинять. Фу! Следующая будет песня. Я когда ее написал, у меня было впечатление, что я написал лучшую песню свою. Вот было впечатление такое, я ее несколько раз пел. И потом, конечно, может быть, как у людей, да, когда рождается ребенок, такое впечатление, что вот уже там не видишь того, кто старше. Вот младший — это вот, вот это цель жизни. Да. Может быть, так и у любого автора, когда появляется песня, он, ну, как бы вот в свежем варианте. Меня иногда спрашивали в Берлине, ты вот спел, написал песню, ты ее пошел, кому-то показал, я говорю, кому? Немцы вокруг живут. Я говорю, ничего, вы думаете, что там? Вышел во двор, как здесь можно было искать. Ребята, все собрались, сейчас мы тут вам ставим новую песенку. В каждом человеке живет два я. Один говорит, подъем, утром, 7 часов, хватит лежать, зарядка, спорт. Второй говорит, зачем оно тебе надо? Годы. Зачем оно тебе нужно? Да? Один говорит, надо учиться, изучать язык. Одно я говорит, а второй говорит, Google есть, интернет, какой язык. Что надо, узнаешь, там никаких вопросов. Песня называется «Коридорная тень». Я куда не пойду, она со мной. Пропадаю в степи, утопаю в снегах. В омут чертовый с головой, она как цепь на моих ногах. Накину защёлку на дверь в туалет, она глазом в щёлку, такая тварь. На её появление кладу запрет, она как будто глухой звонарь. Коридорная тень, коридорная тень, шелест дверей, шорох шагов. Коридорная тень, коридорная тень, шёпот невнятный, ненужных слов. Я чай заварю, она сахар несет, свет гашу ничком, она за свое. В темноте ночной тишины.
чепуху несет, боится размажет по стенке ее. Я к врачу на прием, она стелит постель, что собрался родной к утру умирать. Я закрою рот, прогоню в метель, она меня, сволочь, тянет в кровать. Коридорная тень, коридорная тень, шелест дверей, шорох шагов. Коридорная тень, коридорная тень, шепот невнятных, ненужных слов. Я с тенью своей заключил договор, что она не я, мы не с ней. Развели в степи мирской костер, каждый пошел дорогой своей. Оглянуться нельзя, споткнуться нельзя. Достаю пистолет, вгоняю патрон. Она в засаде ждала меня, и я даю команду огонь. Коридорная тень, коридорная тень, шелест дверей, шорох шагов. Коридорная тень, шепот невнятных, ненужных слов. Шепот невнятных, ненужных слов. На свет упадет туманная мгла, то ли цунами, то ли война. Газетные полосы все поперек, понятно, дали последний срок. Само собой, соберутся обещания, обнимутся, выпьют все на прощание. Решать проблемы с деньгами народов отправят армию щитоводов. А нужны творцы, они из воды достанут концы. Нагонят тучи, а креатива выпьют тонну другую пива. Проблем нарисуют на годы вперед, черт без ладана не разберет, на всех забьют. Крыши порвут, но свет в тоннеле они найдут. Ударит засуха по полям, ведро воды не поможет вам. Придется о мясе только мечтать, разную гадость придется жрать. Потом желудок пойдет в разнос, будет рвать, будет понос. Решать проблему с этим пожаром отправят бригады ветеринаров. А нужны творцы, они из воды достанут концы. Нагонят тучи, а креатива выпьют тонну другую пива. Проблемы нарисуют на годы вперед, черт без ладана не разберет. На всех забьют, крыши порвут, но свет в тоннеле они найдут. Преступность такой среде прорастет, им кризис, воздух, засуха, мед. Станут опять мечи ковать, станут масло в огонь подливать. Из кожи сырой нарежут ремни, мы клином там, где клином они. Им ставят заслоны, строят пороги, головорезы с большой дороги. А нужны творцы, они из воды достанут концы. Нагонят тучи, а креатива выпьют тонну другую пива. Проблемы нарисуют на годы вперед, черт без ладана не разберет. На всех забьют, крыши порвут, но свет в тоннеле они найдут. Обычно, если такой бедлан, мораль идет на последний план. Народу опять засорят мозги, в такой пурге не видно низги. Потом рванут мораль спасать, время пришло локти кусать. О большой любви снимать кино наймут проституток и казино. А нужны творцы, они из воды достанут концы. Нагонят тучи, а креатива выпьют тонну другую пиво. Проблем нарисуют на годы вперед, черт без ладана не разберет. На всех забьют, крыши порвут, но свет в тоннеле они найдут. Но свет в тоннеле они найдут. Каждый раз у исполнителей шансона есть большое желание отправиться в попсу, честно вам скажу, да? Ну, я тоже там иногда решу написать песенку, которую, думаю, так, вот это будет в стиле эстрада. В результате потом мы все делаем в стиле шансон. И, честно говоря, я не жалею, когда вот... Ну, вообще шансон не считается таким жанром, который вот особенно популярен у деятелей искусства. Потому что шансон, он априори дворовой. Там его поют не, в общем, литературоведам и музыкантам, там очень большое поле для критики, очень большое, да? То есть, и когда в песне «Чартер на Ганновер» мне там несколько раз указали на эту цепочку. Я просто из Донецка, да, из Донбасса, и у нас там так, ну, это дворовой говор, да? И я все время, вот когда вот мне прислали запись из Москвы, к Стене Стриж на своей передаче, вот по Куземе там, у него там что-то с грамматикой или все остальное. Я говорю, так люди, жанр не музыкальный и не литературный. То есть понятно, что где-то мы там себе, вот мы же дворовые музыканты, никто же нас не... Да, вот. Но тем не менее, как бы все в результате уходит в шансон. И песня называется «Я загадаю». Напомнит ветер, летящий с юга, как мы с тобою друг друга любили, и к этому лету
нашепчет вьюга, мечты превратятся в реальные были. А я загадаю, листая даты, под звоны весенней капель ревнивой, я стану известным, я буду богатым, ты будешь красивой, ты будешь счастливой. Положит осень ковер из листьев там, где нога твоя мягко ступала, на горизонте светло и чисто ты возвратилась, начнем сначала. А я загадаю, листая даты, под звон весенней капель регривой, я стану известным, я буду богатым, ты будешь красивой, ты будешь счастливой. Напишет в небе лучами солнце картину нашей с тобою жизни, из крыш промерзшей слеза сорвется, прожив мгновенье роман не книжный. И я загадаю, листая даты, под звон весенней капели ревнивой, я стану известным, я буду богатым, ты будешь красивой, ты будешь счастливой. Ла-н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 а. Я стану известным, я буду богатым, ты будешь красивой, ты будешь счастливой. Я вам уже сказал, что я 5 лет прожил один. И, конечно же, как у любого человека, который решил закончить семейную жизнь, ну, 2 брака. Как я говорил в одном анекдоте, один говорит, я был 2 раза женат, оба неудачно. Говорит, а чего? Говорит, первая жена ушла от меня, вторая нет. Вот. Но я как бы, к сожалению, хорошо или плохо, остался один. Вот когда-то очень-очень давно, сейчас буду выдавать тайны, с левой стороны сидит мой давний-давний знакомый, хороший друг Евгений Духовный. Он вот жил во Франкфурте много лет. Один, да, Женя? И я, шалопай с гитарой, прибывал во Франкфурт. И мы с ним на кухоньке, за гитарой, все новые песни. А потом мы с ним поменялись. Знаете, он взял и женился. У него ребенок родился, а я взял и развелся. Я говорю, Жень, а чего же ты теперь не летишь ко мне в Берлин? Он говорит, ты понимаешь, жена, ребенок, это все. Я говорю, вот, видишь. И я вот написал песню. Она была написана на Канарских островах. Я сидел в отеле, смотрел на океан один и пел песню. И оттуда привез вот песню, которая называется «Ты куда идешь?» Ты куда идешь? Почему один? За тобой пылит только белый дым. Почему в глазах потускневших свет? Почему ее с тобой рядом нет? Ты куда идешь? Почему один? Не разделишь ноль на один, не загонишь мысли в густой туман, не согреет душу твою океан. Просто у меня так сложилась жизнь, нечего писать мне на белый лист. Написал куплет, не ложится слов, и похоже пилок на пролом. Ты куда идешь? Почему один? Посмотри назад на свои следы. Может быть, не той ты дорожкой шел, может быть, ты мимо нее прошел. Ты куда идешь? Почему один? Не разделишь ноль на один, не загонишь мысли в густой туман, не согреет душу твою океан. Просто у меня так сложилась жизнь, нечего писать мне на белый лист. Написал куплет, и не ложится слов, и похож эпилог на пролог. Ты куда идешь? Почему один? Почему ты стал нелюдим? Почему замок на твоей душе? Почему не смоешь судьбы клише? Ты куда идешь? Почему один? Не разделишь ноль на один, не загонишь мысли в густой туман, не согреет душу твою океан. Просто у меня так сложилась жизнь, нечего писать мне на белый лист. Я писал куплет, не ложится слов, и похож эпилог на пролом. Ты куда идешь, почему один? Ты куда идешь, почему один? Ты куда идешь, почему один? Спасибо.
Вы думаете, тяжело песню написать? Нет. Тяжело придумать название. Сейчас я спою песню. У нее названия нет еще пока. 3 минуты у вас. Придумать название песни. Кто придумает? Обсудим, кто придумает. Действительно, да, вот у песни названия нет. Ваша задача выдать свою версию. Песня тоже новая, новая. Вот эта песня как раз самая последняя. Она написана была где-то неделю назад, чуть может больше. И она вообще нигде не звучала. Вы слушаете ее первая. Ну, и она как бы у меня тут в списке. Список я внизу смотрю, она стоит под названием «Безымянная». И поэтому, если у кого-то там будет вариант, буду очень и очень. И в суете, в суматохе дней, не растерять бы своих детей, не растерять бы своих друзей и не загнать бы своих коней. Сменить талант свой на хлеб, на соль, не разучиться чувствовать боль. Избавь, Господь, ты судьбу мою, любить безумно чужую жену. И если быть, то в любви и страдании, если петь на одном дыхании, если жить так с судьбою повенчанной, лететь в Париж так с любимой женщиной. Если быть так в любви и страдании, если петь на одном дыхании, если жить так с судьбою повенчанной, лететь в Париж так с любимой женщиной. Не стать фанатом чужих идей, не звать дорогу назад своей, не слушать стоны уставших в пути, только идти, только идти. Закрыть глаза на ошибки людей, испить одиночество, сладость дней, не разучиться гулять и шутить, грехи себе самому отпустить. И если быть, то в любви и страдании, если петь на одном дыхании, если жить так с судьбою повенчанной, лететь в Париж так с любимой женщиной. За свистом ветра не слышно мотив, хватило бы времени, разума, сил, своих сыновей поддержать крылом, своих дочерей обогреть теплом. Если быть, то в любви и страдании, если петь на одном дыхании, если жить так с судьбою повенчанной, лететь в Париж так с любимой женщиной. Если быть, то в любви и страдании, если петь на одном дыхании, если жить так с судьбою повенчанной, а в Париж так с любимой женщиной. Ну что, есть варианты? Молитва. Мечты, да, мечты, да. Еще какие-то варианты? На одном дыхании. Интересное название. Если петь, на одном дыхании. Еще одна песня. Эта песня, название этой песни дало название фильму, который благодаря Шансон ТВ вот многие увидели мою историю, мою жизнь. Эта песня появилась, это тоже дорожная песня. Она называется «Жизнь на бис». Она была написана в Вильнюсском аэропорту на литовских газетах. Она у меня до сих пор дома лежит. То есть у меня появилась фраза «Я сегодня построил дом». И я не на чем было писать, я взял газету и начал писать. И вот пока там рейс я ждал, и вот эта песня появилась на газетах, и вот где-то она дома там и лежит. Песня о том, что каждый человек живет, пока строится, пока что-то происходит. И когда ничего в жизни человека не происходит, он, в общем-то, уже не живет своей духовной жизнью, а доживает свою биологическую жизнь. Поэтому я и вам желаю каждому свою жизнь иногда жить на бис. Еще раз там, туда, где было хорошо. Я сегодня построил дом, до утра поживу я в нем, насладясь теплотою стен, треском в печке сухих полен. Мебель ждет всех моих гостей, повар вдоволь наварит щей, я их лично гостям подам, а на утро я дом продам. Я куплю билет на тот свет, соберу все вещи в пакет, попрошу всех мне не мешать, молча сяду и буду ждать. В голове прокручу всю жизнь, напишу завещание на лист, позвоню им, ну на тот свет
позвоню и верну билет. Вот козло я поставил крест, я с утра до вечера трезв, и вот этому самому злу я вчера объявил войну. Я послал батальоны в бой, амбразуры закрыл с собой, на рейхстаг притащил свой стяг. И вишу, как последний дурак, напишу философский труд, все, читая, до дыр затрут, и поймут, что правда одна, и признают, что гений я. Сразу стану героем времен, стану всех кавалеров знамен, своей славой солнце затмлю, и ее на любовь сменю. Я пойму, что пробил мой час, я пойму и сменю все в раз. Мысь шальную в унитаз пущу, мысь дурную в дело пущу. На все деньги пойду ва-банк и сорву лотерейный банк. Буду самым счастливым без слов, а на все деньги куплю цветов. Я сегодня построил дом, до утра поживу я в нем, насладясь теплотой стен, треском в печке сухих полен. Ну что, осталось две песни. Первая песня звучала в фильме «На бис». Я вам ее сейчас спою, коль она должна прозвучать, одной из 12. И потом я спою песню, которую, даже если вы все вместе поднимете руку и скажете «не включай в альбом», я ее все равно запишу. Поэтому первая песня. Дороги веси, балаганы храмы, и линчивание блудных, бесполезных лет, пророчество печали и преклонной дамы, что без нее мне мест в этой жизни нет. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней, успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь женщине своей. Букет цветов, молчание свеч горящих, глоток шампанского за боль прошедших бед, и пробуждение, протрезвление чувств погасших, и понимание для меня иного нет. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней, успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. И свет воздушных замков, светских балов, и сладость горькую в греховном вещем сне отдать готов за пыль дорог усталых, которые ведут назад к тебе. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней, успев свободы сладостно напиться, я возвращаюсь к женщине своей. И будет мир еще с ней и светел, нам эту жизнь двоим прожить дано, и мы опять, как свежий майский ветер, как первое весеннее тепло. Я пролистал последние страницы своих бесславных и победных дней, успев свободы сладостной напиться, я возвращаюсь к женщине своей. Правда, когда я спел эту песню, одна женщина говорит: «И кому ж такое назад надо?» Успел свободы сладостной напиться. Только вперед, да? Это точно. Остановка смерти подобна, а назад нас никто не зовет. Поэтому только вперед. Знаете, вот это появилась вот эта песня, она называется «Встал и пошел». В любых ситуациях, она 12-я, вот, вы готовитесь к тому, что вот у кого-то может быть еще есть название на песню «Безымянная», и какую песню мы исключим. Встал и пошел, встал и пошел.
сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, чтобы не знать, как, отрекаясь, бросают друзья, чтобы не видеть, как бесполезно уходят года, чтобы не чувствовать боль, что украли любовь, чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов. Встал и пошел, встал, пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, когда все позади, когда шепчут «давай, давай, уходи», когда ногти ускали, по столам ответственным скрести, когда ищешь с надеждой взгляд незнакомых людей, когда ад соблазняет теплом сатанинских огней. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Если в топком болоте растоптана тонет душа, если люди родные тебе помочь не спешат, если крик одинокий твой слышат лишь волки в ночи, ты кричи, не молчи, помощь будет, кричи. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, может, чего-то тебе уже не достичь никогда. Может, плевать, что ты шел, пришел не туда. Может, строил дворец и вдруг понял, построил сарай. Может, зло посмехаясь ушел твой последний трамвай. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел, сам себя убеждая, будет все хорошо, чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, 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 встал и пошел. Одобряете, да? Оставляем. Это оставляем точно, да? Встал и пошел, да? Ну что, какую песню мы исключим? Творцы, да? Мы когда выпускали диски в Германии, назовешь диск «Цветочница». Ничего не продается. Назовешь диск «Переселенцы». Русские свадьбы в Германии. Как вот немцы, как принимали немцы? Вот есть разные эмиграции. Есть эмиграция в Израиль, есть эмиграция в Америку, и есть эмиграция в Германию. В Германию выехало за 15 лет порядка 3 миллионов человек. Каждый день из Шереметьево 2 прилетал бесплатный самолет Люфтганзы. Билеты раздавались людям, переселенцам. И 300 человек в день, где-то с 1900 реально первого года, покидало просторы СНГ и улетало на постоянное место жительства в Германию. Влетало две категории иммигрантов. Первая – это были российские немцы, которые въезжали в Германию по закону о поздних переселенцах. Немцы возвращали на родину своих бывших соотечественников. И второе, в контингент въезжали евреи, которые по принципу «я еврей» могли прийти в немецкое посольство и сказать «я еврей, хочу в Германию». Вот. И, в общем-то, две категории по национальному признаку въехала на территорию Германии. Я въезжал туда как российский немец. Я родом из Казахстана. И вот представляете, там деревни по 3000 дворов. Поднималось 3000 дворов и уезжало на постоянное место жительства в Германию. Причем немцы поступили очень хитро. Они принимали немца, который знал немецкий язык, у которого в паспорте до 16 лет было записано немец, его супруга и всех потомков по линии, и их супругов и детей. То есть, вывозя одного, они вывозили следом все трудоспособное население, да, и вот они за 3 миллиона, за 15 лет везли к себе туда 3 миллиона, взяли тягарь на себя пенсионеров, людей, которые не смогли, но они получили детей. И вот это основное, самое, вот когда спрашивают, что самое ценное в Германии для государства немецкого? Дети. Там
Расскажу вам несколько случаев. У меня дочь в 3 года, у нее было подозрение на лейкемию. Мы приехали в больницу, и жена была там 3 дня с ребенком, и потом говорит, мне домой надо помыться. Они говорят, ты езжай, ребенок останется. Она говорит, нет, я уйду с ребенком. Она говорит, а ты не доедешь. И у тебя будут проблемы, тебя лишат родительских прав. Тебя полиция в пути остановит. То есть у них вот дети – это самое основное, но отдельная тема. И вот приехали эти все переселенцы наши туда. Ну, понятно, понятно, что в Германии где-то порядка 1000 русских магазинов разных мастей. Там есть свои газеты. Благодаря телевидению, интернету мы отлично видим, что происходит у вас здесь. Да. Там есть свои музыкальные русские школы, там есть свои концерты, там есть свои туристические бюро. Но много лет назад, когда я приехал, жизнь у переселенцев была немножечко другая. Они пытались интегрироваться, учили язык. Кто смог, выучил, интегрировался, остальные нет. Остальные поняли, что навсегда останутся русскими, неважно, что живут они там. Ну, у меня есть альбом, он называется «Переселенцы», и вот несколько реприз из этого альбома, там просто такие длинные песни, как вот это вот «Как-то росли в под вечер», я ее 100% не спою. Я приехал к своему брату домой, сели мы с ним вечером, и я как-то так стул подвинул, он говорит, в этот момент из-под низу, он говорит, тихо. А у немцев же тишина, это вы знаете, да, там это ж. И у меня появилось такое стихотворение, называется «Тишина». Я не знал, что здесь так свято. Уважают тишину. То, что ходят все, как мыши или ангелы в раю. Как-то сели поздно с братом пиво пить вдвоем к окну. И таранкой, ну, как раньше, чтоб размякло по столу. Сразу трое прибежало снизу, и давай бузить. Уши так нам прожужжали, мне хотелось их убить. Под столом потом сидели, набросавший одеял, братана все время дергал, чтоб зубами не стучал. Раз приехал с магазина, кое-что там прикупил, хлопнул дверью и багажник сверху силою прикрыл. Кто-то позвонил и сразу понаехало вокруг. 3 пожарных, полицаи, скорая примчалась вдруг. И машинами своими перекрыли весь квартал. Тот, что всех сюда их вызвал, за углом смотрел, стоял. Что сиренами гудели, это значит ничего. А что я багажник хлопнул, это значит ого. Однажды приболел я, кашель на меня напал. По подъезду в воскресенье целый день сновал, чихал. Так по мне потом на утро собирался весь народ. Хаусвард юриста вызвал, спать им кашель не дает. Я потом уже сначала лишь к подъезду подхожу. Рот ладошкой закрываю и наверх стрелой лечу. Дверь тихонечко прикрою, с разбегу на кровать под подушкой разрешаю от души себе чихать. Я, конечно, тоже за святую тишину, только зачем мне уши? Вот теперь я не пойму, что у них собаки всюду лаят, гадят, не ступнуть. А простому человеку негде даже и дыхнуть. У меня песня «Русские свадьбы в Германии», там есть такая фраза «Доченьку вот отдала». Она имеет двоякое значение. Выдала дочь замуж и все-таки отдала. Ну и, конечно же, там сразу появились русские газеты. В русских газетах на тот момент появились... Сейчас это сайты знакомств в интернете. А раньше были объявления в газету. Открываешь... Ну, я как-то по этой теме тоже немножечко... Появилось у меня такое стихотворение. Объявление в газету. Объявление в газету. Не люблю я тему эту, потому что с этих дел опыт я плохой имел. Каждый хочет, я хочу, займеть себе жену. Прибыл я сюда простой, неженатый, холостой, ну а местный контингент, сами знаете, не крем, хоть короткие юбчонки, это так себе девчонки. И тогда я прошлым летом прикупил себе газету, там без всякого стыжусь, на любой запрос и вкус. Маму я хочу сюда, через замуж навсегда. Ей всего-то 72, и блондинка хоть куда. Милый, я тебя ищу, фото сразу же пошлю. Мне и галь, что ты брюнет, перекрашусь в тот же цвет. Мы вдвоем, я и сестра, рост 182. Можем сразу выезжать, голый секс не предлагать. Пусть напишет сразу тот, кто меня полжизни ждет. Я, мой сын и вся семья, все готовы за тебя. Долго я себе искал, все страницы полистал.
с фото, как Мерлин Монро. Я нашел себе одно. Стройная, средних лет, привычек вредных нет. Скромная, люблю лото. Ну, короче, как в кино. На себя слегка взглянул, чуб и так крутнул, подтянул под грудь живот. Ничего, и так пойдет. Ну, ребята, понеслось. Закрутилось, завелось. Телефонные звонки вроде как и влюблены. Света звали, так ее оказалось ничего. Слишком средних лет была, про привычки наврала. Все проблемы, штандесант, визы, ауслендерамт, быстро на свой риск и страх. Вот женитьба на сносях. Было очень далеко ей до Мэрилин Монро. Явно ей фотограф льстил. Встретил, морду бы набил. Сразу же игра в лото. Я влетел ей марок в 100, а с соседом старый пень. Разругались в первый день. Удивительно, как он понимал ее жаргон. Приседал и так, и ушел, как красный рак. Утром рано на балкон вывесила свой белье. И белье не уж весть, и не Италия же здесь. А везде, где ни взгляни, разбросала бигуди. Версия была одна, фрау выглядеть должна. Про детей речь не вела, водку через день пила, а скатала она, заказала, что могла. Через эту мишуру третий год сижу в долгу. Телефонные счета оплатила мне родня. Больше я терпеть не мог. В ЗАГСе, сбив дрожание ног, под присягою кричу, я жениться не хочу. Ну и легкий был скандал. Я тут пару дней сбежал к брату, в Дорфе он живет. А домой под Новый год возвращаюсь. Ну дела, стерва нового нашла. Говорят, соседа бьет, в моей комнате живет. Пояснила, без тебя себе лучшего нашла. Расписались и каприз. Сразу в рай засобрались. Я тихонечко кивал, молча шмоточки собрал. Глянул парень искосок. Но хлебнешь ты с ней, браток. Объявление в газету. Не люблю я тему эту. Если так же попадет, может и не пронесет. Вы знаете, есть еще одна тема. Ну, как бы считается, что русские умеют пить. Русские иногда не умеют пить, а вынуждены пить. Я немцам говорю, вы представляете, минус 45, и мы с тобой бутылка холодного белого вина в Сибири. В этом году, не в этом году, в том году, Германия же вообще она мягкая страна, снега там почти не бывает, но в позапрошлом году выпало снега у них в декабре, он как упал, как вот у вас, да, и до марта. Я вам честно хочу сказать, все то же самое. Обычно же не приезжаешь, Москва одна зимой, а Берлин другой. А так такой же, все завалено, машины, снег не убранный, не проехать. Я говорю, ага. Я понимаю, что вам если не сорить, то все чисто. А если везде насорено, одновременно попробуйте все убирать. То есть некоторые вещи менталитетно, они как бы вот, ну, объяснимы. И вот у меня есть одно... Вот такое произведение, я решил его прочитать. Называется «Курс алкоголизма». Мы учили с кумом Сашей немцев залпом водку пить. Не чита, ребята наши. Ах, да что там говорить. Я им поначалу надо правильно держать стакан. А потом все вместе дружно опрокинем 200 грамм. Сразу с первого захода получилось не у всех. Кто не допил, во порода. Кто облился? Ну, не грех. Стали в ряд. Все сначала. Это вам не пунш, не квас. А закуску рыба-сало пропускаем в первый раз. А ты что стоишь? Скривился. На горбушку, брат, нюхни. Че, немного подавился, стань в сторонку. Отрягни. Объявляю всем спокойно. Выдыхаем воздух. Фу! И тихо так, бесперебойно запрокинув взад башку. Молодцы, ребята! Лучше! Куда пошли? Закусите, вот же чукчи, Сашка, этого держи. Ты смотри, повеселели, и глаза-глаза горят. Отдохнули, песни спели, снова прутся дружно в ряд. Был бы с нами дядя Гриша, конюх с нашего двора. Этот профи, выше крыши. Пили б с ночи до утра. А ребята покраснели, еле встали со скамьи, и попасть не могут в двери, хоть сади всех на угли. И один такой верзила в сторону меня отвел. Ваша водка — это сила! Вдруг на русский перешел. Что там школа их учила? И прошли с тех пор года. Водка память осветила.
сразу вспомнил все слова. А другой лез целоваться, ну, русак, ей-богу мой, стал при всех пожиться, кляться, завтра что придет с женой. Кое-как их проводили, но пошли, не буду врать, пару правда волочили, чтоб им их не потерять. Завтра, коли не загнутся, будем пить за орла со льдом, если не поразбегутся, перейдем на самого. Вы знаете, как-то так получилось, что мне на самом деле немножечко где-то даже обидно, что песня «Чартер на Ганновер», песня, первая песня с первого альбома, она как бы стала популярна в России, абсолютно она не популярна в Германии. Песня «Русские свадьбы в Германии» очень популярна в Германии. Ну и как-то так, со снисхождением в России. «Чартер на Ганновер» — первая песня с первого альбома. Я ее намеренно спою последней, чтобы вы послушали те песни, которые, казалось бы, мне, а чем они хуже? А почему это «Чартер на Ганновер»? А я его вообще никогда на концертах не пою, вам честно скажу. Вообще никогда. И никогда не собирались. Но как-то так получилось, что вот когда-то мне программный директор радио «Шансон» так и сказал, есть песня «Чартер на Ганновер», «Большое-большое-большое расстояние». И все остальные песни. Я как-то так хотел бы с этим не согласиться. Песня «Кюрфюрстендам». Вы знаете, люди, которые уехали сюда, многие, они останутся русскими. Они не могут назад, они не могут вперед. У них нет, они не знают, что было бы с ними, если бы они остались. Они знают, что у них получилось. Правильно, неправильно. Я здесь живу, не живу. Тихонько лямочку тяну, по-русски мыслю и дышу, а по-немецки говорю. С работы поздно прихожу, Москву в приемнике ищу. Родные здесь, друзья все там, вот так вся жизнь напополам. Я под шофе на своем черном БМВ. Ночной Берлин, Кюрфюрстендам, заеду в русский ресторан. Там с полуночи до утра гуляет русская душа. Полжизни здесь, полжизни там, Кюрфюрстендам. Я не жалею, что мы здесь, на все ведь объяснение есть, но часто рвется изнутри, куда нас черти занесли. Мы родились там и росли, там годы лучшие прошли, хоть тело здесь, мысли там, вот так вся жизнь напополам. Я под шофе на своем черном БМВ, ночной Берлин, Кюрфюрстендам, заеду в русский ресторан, там с полуночи до утра гуляет русская душа. Полжизни здесь, полжизни там, Кюрфюрстендам. Я знаю, пролетят года, тоску развеют без следа, в круговорот возьмут дела и мои новые друзья. Мы будем русскими всегда, а наши внуки никогда. И не пройдут по тем полям, вот так вся жизнь напополам. Я под шофе на своем черном БМВ, ночной Берлин, Кюрфюрстендам, заеду в русский ресторан. Там с полуночи до утра гуляет русская душа. Полжизни здесь, полжизни там, Кюрфюрстендам. Знаете, мне просто вот я еще раз хочу поблагодарить радио «Шансон», «Шансон ТВ» за то, что они мне предоставили возможность спеть вам мои песни на гитаре. Без музыки, без сопровождения, чтобы вы услышали. Я постарался так подобрать, чтобы это была гамма, чтобы по мне не судили только о песнях, которые наиболее часто звучат на радиостанции. И вот я как-то пришел на программу на одну, они говорят, а что ты поешь? Вот мы что-то думали, все время будет иммиграция одна. А что это за песня у тебя там, встал и пошел там, или что такое там? То есть как бы... Но начинал я именно с этих песен. И, наверное, вы знаете, я даже как-то должен признаться, что если бы пошли в эфир на радио «Шансон» мои какие-то другие песни, может быть, бы это было и осталось бы незамеченным, скорее всего. Но когда поставили «Словно снежинка, девчонка, строгий красавец, жених,
русская свадьба в Германии. Женим детишек свои, те же, как и раньше, обычаи. Бьют, не жалея, стекло. Снова украли невесту, смотрят лукаво в окно. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, совсем на немецкий манер. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, уже на немецкий манер. Дочку, чтоб Маша назвали, а если сын, то Андрей. Чтоб никогда не стыдились, что они русских кровей. Не забывайте родителей, мама такой же была. Плачет тихонько, привыкнет, доченьку вот отдала. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, совсем на немецкий манер. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, совсем на немецкий манер. Каждый ведь дом по кирпичику строить помогут друзья. Понял отец, что у сына новая будет семья. Сердце кольнуло до боли и отлегло, не беда. Мне за парнишку не стыдно, смело берите в зятья. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, совсем на немецкий манер. Русские свадьбы в Германии — это нередкий пример. И ничего, что попроще, уже на немецкий манер. На паркинг въехала машина, блондинка вышла на порог. И только руки их сомкнулись, в прихожей прозвенел звонок. Она сняла привычно трубку, и обитый голос прозвучал. И от волнения очень тихо по-русски кто-то ей сказал: ты помнишь чартер на Ганновер? Шереметьево в порту, толпа у стойки у границы, я колясочку хочу. Мы проболтали, позабыли про родных и про еду. Потом по хаймам потерялись, я 5 лет тебя ищу. Ты знаешь, в общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Забуда дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле на шее цепочка твоя. Ты помнишь чартер на Ганновер? Шереметьево в порту, толпа у стойки у границы, я колясочку качу. Мы проболтали, позабыли про родных и про еду. Потом по хаймам потерялись, я 5 лет тебя ищу. Она нажала молча кнопку и не сказала ничего. 5 лет для жизни — это много. Мы все чужие здесь давно. Ты помнишь чартер на Ганновер? В Шереметьево в порту, толпа у стойки у границы, я колясочку качу. Мы проболтали, позабыли про родных и про еду. Потом по хаймам потерялись, я 5 лет тебя ищу. Потом по хаймам потерялись, я 5 лет тебя ищу. Большое спасибо вам. Большое спасибо за то, что пришли. Большое спасибо за аплодисменты. Большое спасибо, что вы слушали. И большое-большое спасибо радио «Шансон» и «Шансон ТВ» за то, что она нам устроила эту встречу. Давайте им поаплодируем. Спасибо.